28-125 выставили Зарине Гизиковой. Она обгоняет по сумме болгарку Симону Пейчеву, которая была лидером в первом потоке. А сейчас последняя участница сегодняшних соревнований — Ляйсан Утяшева. Это, безусловно, самое хитовое ее упражнение, составленное под Крейцерову сонату Бетховена. Очень много интересных находок в работе с мячом. Этот удивительно красивый перегат — это надбавка за оригинальную работу предмета. Колоссальные нервы после всего, что было в обруче.